Привет всем! Сегодня у нас 19 июля. Вчера у нас прошел такой достаточно хороший дождь. Сейчас тепло и даже на солнышке, так знаете, душновато. Надо пройтись, посмотреть, какие выросли огурцы, собрать такой небольшой урожай в теплице и, соответственно, на грядке. Пчелы сегодня хорошо опять летают, особенно после дождя, нектар выделяется. И сейчас прямо они стали немножко какие-то агрессивные. Вчера нас с бабушкой укусило две пчелы. В общем, сегодня надо быть сразу наготове. Вот так вот несут нектар. Поближе вам покажу. В общем, есть семьи агрессивные, есть семьи, так скажем, адекватные, те, которые не кусаются. А некоторые прямо очень злые. Вот эта семейка вроде бы добрая. Вот так вот целый день несут. И перку, и нектар, в общем, зацвел донник, осот зацветает. В общем, пчелки работают. Вот так вот очень красиво цветет донник. И желтый, и белый. Такая вот красотища. Целое полянище. И желтого, и белого. Ароматного такого. Вот такие вот огурчики. Много еще маленьких есть и побольше. Ботва кое-где стала портиться, в общем, после этих холодов и дождей. Некоторые огурцы не очень хорошо растут. Ну так, в принципе, тоже все равно огурцов хватает. Такие вот ровненькие в целом, хорошие. Те вот, которые попозже высаживали, они вот еще, видите, небольшие, только зацветать вы начали. Еще огурцов нету здесь. Ну, ботва зеленая, хорошая. Ну и пойдем дальше. Там еще есть грядка одна. Будет там смотреть. Подсолнухи скоро зацветут. Здесь тоже. Ну, здесь огурцы надо посмотреть. Ну вот то, что сверху, это с другой грядки. Такие огурчики. Хорошие тоже. Если все пособрать, вот здесь в теплице еще тоже висят наверху. И вот здесь вот. Ну, то примерно как раз 5 литров будет огурцов. В принципе, нормально. Такие вот тоже в теплице. Большие висят. И коты вот чужие натворили делов. В общем, здесь они, видать, бились. Потому что пух кое-где летает. И вот развалили, в общем, стаканы. Будут опять все всаживать. Так, земляничка цветет. Локусы. И в огороде тоже все цветет. И идем дальше собирать урожай. В общем, надо заготовить немного укропа на зиму. Вот такой вот вырос укроп. Зеленушку надо собрать. И редька повсходила вот так хорошо. Такая редька. Чтобы ей солнца было больше, надо вот здесь его прорядить, так скажем. Ну вот, прорядили укроп. Редька будет подрастать. Но потом надо будет его совсем вот этот удалить. Останется только вот здесь вот. Все равно подъедают редьку немножко. Ну так хотя бы, может, в укропе меньше будет есть. Вот такой вот укроп. Все большие палки сразу стараюсь убрать, чтобы как бы их поменьше было. Чтобы одна зелень в основном. Как кинза зацвела. Самосейка. И земляничка. А гороха сколько будет. И фиолетового вот этого прям. Все. Таких горошинах больших. Такой фиолетовый горошек.
И вот здесь с краю, на солнышке другой, тоже вот в принципе много его. И здесь, ну вот этот вьющийся, тоже так неплохой. Но по вкусу все-таки самый хороший вот этот вот, который вот здесь вот посажен низкий. И вот здесь он тоже растет. Будем мариновать грибы. Вот такой вот чеснок надо будет добавлять, поэтому вырвали вот такой уже, в принципе, хороший. Крупный уже. Укроп вот нарезаем так мелко. Такая зеленушка. И раскладываем по пленке вот этой вот. И заворачиваем в такие вот колбаски. И, соответственно, в пакет ее потом все это сложим и в морозилку. Вот такое вот в этом году лето. Снова дождь. Каждый день практически. Хоть и небольшой, но опять вот моросит. Лес, молодые березки, и собираем здесь грузди, совсем молоденькие такие, тоненькие еще. Вот уже набрали одно ведро, второе ведро в мешке, и еще грузди нашли, надо будет собирать. И еще грузди. Такие вот, эти прям молоденькие, хорошенькие такие вот. Два грибочка. Надо будет опять все вот это обходить. Смотреть. Вот уже совсем стемнело, а мы все ищем грибы. Вот такой груздок. И вот еще один. Чистенький. И начинает распускаться гелиотроп. Длинный зев тоже зацветает. В общем, все постепенно начнет цвести. Пчелки летают целый день. И лапа где-то бродила. Такой вот обзор небольшой сделаю. Но всем тем, кому видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.